Уникальное открытие сделали сотрудники международной археологической экспедиции в горах Карачаево-Черкесии. На высоте 2100 метров в труднодоступном районе они обнаружили древнее поселение, которому свыше 3500 лет. Сотрудник Берлинского археологического института Сабина Райнхольд считает, что это новый пласт древней культуры. Обнаружить находку помогли аэрофотоснимки. На них ученые увидели много необычного. Уникальность этого места, Гумбаши-1, поселение, которое мы здесь этого года копали, это план, потому что это не типичный план с центральной площадью, а линейная форма на крае склон, где самый лучший обзор через вот долину, которая идет через Гумбашский перевал, который находится на водораздел между Каспийским и Причерном море. И контролирует еще допуск до плато Печисин, который идет на Брус. Плотно расположенные дома с мощными стенами позволили ученым предположить, что поселение могло иметь стратегическое назначение. Но окончательные выводы археологи сделают после комплексных исследований. За месяц ученым удалось раскопать одну комнату довольно большого дома размером 20 на 15 метров. Она начинается с широкого трапециевидного входа. Камни плиты, и вовнутрь камни плиты, и между ними есть вот эти... порог, и там, по-видимому, был какой-нибудь деревянной конструкции, и зал был покрыт с большими белыми плитами из белый известняк. Ну, надо еще искать, где их карьер, потому что вот здесь вокруг шел типа шейник. После завершения сезонных работ место раскопок законсервируют и в дальнейшем превратят в музей. Мы хотим восстановить одно из жилищ в таком виде, какой он был. Это после вот анализов, когда проведут наши вот археологи из Германии и из России, они подскажут, какой вид был, какая форма была. И мы будем всячески в этом содействовать и помогать, чтобы туристы могли сюда приезжать, смотреть и любоваться. Ранее в этом регионе с помощью аэрофотосъемки ученые обнаружили более 200 поселений, возраст которых составляет более 3000 лет. Ученые считают, что эта местность была плотно заселена. При раскопке одного из таких городищ они обнаружили до 40 тысяч фрагментов керамики.